Рекомендую, ребята, вам подписаться на канал Lesser Panda. Это канал по как раз таки летсплеям, то есть по прохождению игр. И, ребята, ну то есть видосы на данном канале очень качественные. И мне, по крайней мере, вот я посмотрел буквально два из них в самом начале, и они мне очень зашли. Поэтому, ребята, также настоятельно рекомендую вам подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать видео на этом канале. И просто давайте поддержим авторов этого канала. Ребята, перейдите по ссылке в описании, подпишитесь на него и передавайте от меня приветос. Давайте покажем, какая мы лютая и мощная армия. Так что, ребят, погнали, ссылка в описании. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Также, если вы хотите выиграть 50 тысяч кристаллов, подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видео. И пишите комментарий со своим ником. Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня у нас очередное открытие контейнеров. И будет сегодня открыто целых 100, мать его, 30 контейнеров. Это очень-очень большое количество. И, ребят, как вы поняли, буду открывать я не на своем основном аккаунте, а из названия. Вы, наверное, уже догадались, что открытие у нас будет проходить на вот таком вот маленьком аккаунте. Просто смотрите, первый, мать его, сержант. Это аккаунт Александра. У него, кстати, ребят, тоже есть свой канал. Ссылочку я на него оставлю в описании, поэтому, кому интересно, можете залетать, ну и смотреть, какие у него там видеоролики есть, и подписываться. Вот, ну и, конечно же, ребята, кому нравится открытие, обязательно завозите свои лайкосы. Если наберет под этим роликом 1000 лайков, то будем еще что-то подобное записывать. Так, ладно, Александр дал мне волю, так сказать, распределиться 8-10 контейнерами. Ну, а 50 он откроет уже сам по своей тактике. Так, давай, Саня, наверное... Давай с пылу жару. Первый, так сказать, раз, сразу по 15. Да, сразу от пятнашку, я вот верю, что что-то годное выпадет. Просто, ребят, скриньте. Давай, погнали. Поехали. Ох, блин, но это мощно, ребята. Это просто мощно. Офигеть, 3500, 3500. Серьезно? Это что сейчас было? Так, ладно. Мы, в принципе, ребят, такие лютые, мы не отчаемся, так как аптечки, нормально. Ну как нормально, это очень херово, но, сука, ну давай что-нибудь нормальное, что-нибудь годное уже выпади. Давай по 5. У меня жопа не горит, окей, это аккаунт, который, ну, на котором маленькое звание, на котором ничего еще толком нет. Алло, гараж, сука, самое годное, что выпало, это по 100, ооо, по 100 все нары, 10 дней прямо аккаунт. Так, давай, Санек, покажи, что у тебя вообще есть из красок, может, у тебя там, не знаю, все фулл краски уже имеются на аккаунте. Нет, ребята, камон, у него только пиксель и Пикассо. Ну, краски, серьезно, открыли там 15 штук и ничего. О, боже мой, все. Ладно, у меня не горит, так... окей, давай, переходим в особое опять. Извиняюсь, ребята, кстати, опять за качество демки, но вы сами понимаете, дискордик, а дискордик у нас имеет свойство ее портить. Так, давай, открой 5 контейнеров по одному. Давай, чисто 5 по одному, я не знаю, так это разбавить ситуацию. Может быть, что-нибудь годное это из этого выпадет. И я прям на это надеюсь. Ох, кристаллики. Ну, в принципе, кристаллики никогда лишними не бывают. Кристаллики — это всегда приятный бонус. Так, третий контейнер. Ну, в принципе, премаг, если ты будешь играть, тоже довольно-таки годная тема. Ну, вот это вот параша полнейшая. Давай еще. И давай сейчас пятюню. Сразу пятюню. Так, давай. Давай, давай. Ну, прям что-нибудь, прям, я не знаю, я даю такие советы по открытию контейнеров, типа, как сразу поскольку открывать, и ничего годного не падает. Собака просто паршивая. Ладно, давай, давай 15, давай просто 15. Офигеть, ни хрена, только пиксели и Пикассо. Давай, сразу по 15, не знаю, сейчас должно, мне кажется, что-то упасть, прям вот вангуя. Блин, ну вот серьезно, я вроде, ребят, знаете, как говорю, что, ну, вроде прям нормальная тоже такая тема, всегда пригодится, но мне кажется, или тот чувак, кто покупает контейнеры, он рассчитывает из этих контейнеров, ну, получить точно не кристаллики и не вот эту всякую фигню. Так, 5 золотых ящиков, о, синие, 25 тысяч кристаллов, 3 раза, во. Вечерний закат, но серьезно. Ну,
Типа, окей, это фиолетовое, но могло выпасть что-нибудь годное. Типа, из новой коллекции было бы вообще приятно. Какой-нибудь лотос, вот это было бы круто, действительно. Ну хз. Ладно, давай посмотри, во-первых, что это за краска. Ну, краска такая себе, то есть она мне не очень нравится. Это, вроде бы, если не изменяет мне память, продавалась на какой-то... праздник, типа, хер его знает, короче, какой праздник, но стоила эта спецуха 400 рублей, в нее ходила вот эта краска. Ну, норм, хотя бы уже первая красочка, окей. Давай еще раз, наверное, по пятнашке, потому что по пятнашке, как я уже заметил, даже на моем аккаунте падает намного-намного больше, когда открываешь по 15. Давай, погнали. Фух, ну, и я верю, что сейчас что-то годное должно выпасть. Еще, в принципе, что-то вот годненькое выпадет, и это будет просто вообще белиссимо, прям персико. Так, ну пока такое себе падает. Ну такое себе. Так, синенькое. Мэри. Блин, ну окей, краска упала. Сколько там, 70 консейнеров еще осталось? Так. Мне открывать до 50, да? Это получается как? Ладно, давай по 5. Сейчас по 5. Давай по 5. И потом, в принципе, остается у нас 65. Я так думаю, пятнашку можно будет пахнуть последний раз. И последние 50 контейнеров у нас уже будет открывать сам Александр. Ну, блин, такое. Давай по 15. С пылу жару, чтобы, так сказать, не останавливаться. Давай, иду, скотина, ну что-то годное же должно выпасть. Это знаете, как вот серьезно, сидишь какую-то рулетку крутишь, ну а что это такое, набор ускорения, X4 упал, да? Двойной урон, X2, ну несерьезно как-то, несерьезно. Я вот вам отвечаю. Так, 3 дня прем-аккаунта, это самое годное, что выпало, о боже мой! Мне кажется, или даже сейчас у меня горит жопа. Ладно, давай, Саня, открывай уже сам по своей тактике, по своей методике. И я не знаю, может, у тебя сейчас получится. Но, сука, открыто было уже почти 100 контейнеров. И за эти 100 контейнеров дропнулась краска «Вечерний закат» и краска «Мэри». Вы серьезно? Так, ну, я думал, сейчас еще будет краска, но выпало 10 дней прям аккаунт. А чё с дропом? Чё такой дроп-то говняцкий? Прям вообще жесть какая-то. Прям, вот, папе нас тоже решил бахнуть, давай. Блин, я, пацаны, не знаю вообще, что происходит с дропом, но смотрите, X5, охренеть. Блин, ну, мне кажется, за такой фейл сейчас что-нибудь в конце должно прям дропнуться, что-то вообще лютое. Прям типа вот какой-нибудь краски матрицы там или еще что-то в этом духе. Блин, у меня же, кстати, что-то зависло немножечко трансляция. Ну, так, 10 золотых ящиков и все, да? Я... Не горит у меня, не бомбит у меня. Блин, ребята, я не знаю, давайте хотя бы поддержим Саню просто, так сказать... Возьмите и подпишитесь по ссылке в описании. Мне кажется, ему будет очень приятно, потому что, блин, ну такая прям парашинская упала. Вот серьезно. Я хз. Ну, конечно, еще не все у нас упало, но тем не менее. Так, краска нано. Ну окей, вот это хотя бы краска красивая. Первая такая из более-менее красивых красок у нас посыпалась. Давай, Саня, последние 15 консервов. Мне кажется, сейчас должно что-то годное прям. Если не выпадет, это будет вообще просто фейл какой-то. 5 золотых ящичков. Ну. А, там еще и краска чужой, да, упала. У меня просто подлагало немного. Так, 3500, X2. Ну, серьезно, ускорялочки. Какие-то 3 дня прем-аккаунта. 5 золотых. Вы издеваетесь, последние 5 контейнеров, и если сейчас ничего не упадет, это будет прям просто, я не знаю. 10 тысяч кристаллов, окей. 125 ремкомплектов, охереть.
а где все краски, алло? 100 всех припасов. Еще вроде один контейнер остался. 125 ускорений. Зайди просто в припасы. Да, припасов, окей, хорошо упало. Зайди просто в краски. Ради как раз таки того, ради чего и покупались эти самые контейнеры. Выпало сколько? 45 голдов. Ни хрена там толком ничего годного не попадало. И бред. Зайди в красочки. Просто третий вечерний закат. Нано. Чужой. Мэри. Ну, Пикассо и Пиксель ему тоже выпало с контейнеров. Он 20 штук там открывал. В итоге, кстати, он открыл на сегодняшний день 150 штук. За 150 штук ему выпали вот эти вот краски. Всего одно фиолетовое. И... ну, что-то хз, пацаны. Есть ли вообще смысл открывать эти самые контейнеры, если с них падает такой шлак? Ну, почти пол ляма крисиков упало, окей. Я, в принципе, тоже в этом согласен, что довольно-таки годная тема именно с кристалликами. Кристалликов много упало, но всего остального... упало прям, ну, какое-то бомжатское количество. Если вы помните, как я открывал 125 контейнеров на своем аккаунте, делал открытие, то есть и мне с этого открытия за 125 контейнеров, ребята, упала мозаика, вертига, что-то мне еще попадало. Вроде бы какие-то новые красочки еще упали, это, какие там красочки новые есть? А, вот они. Гуччи Фляш, Пики, Глюк мне упал и Лотос. Блин, ну хотя я, наверное, не буду возмущаться, потому что сейчас нагоню на себя такое проклятие. Опять мне со 100 контейнеров ни хрена не будет падать. Но это вообще фейл. То есть аккаунт, блин, очень маленький. Мне всегда казалось, что падать должно годная тема. Но ни хрена. Падает негодная тема, просто какая-то параша упала. Если честно, давайте уже быть откровенными. То есть, кто-то будет говорить, что, ну вот, в принципе, нарки упало хорошо, в принципе, кристалликов, голдов там выспалось хорошо. Но серьезно, чуваки, как я еще раз говорю, контейнеры обычно покупаются ради как раз-таки вот этого пункта, ради красочек, что упало что-то годное. В принципе, все остальное, что, что голды, что нарку, что прем-аккаунт, что даже кристаллы. Обычно владельцы таких аккаунтов могут купить сами из магазина. Поэтому, ну, хз. Прем, кстати, тоже да, упало очень-очень много. Офигеть. Ну, не знаю, ребята. Опять же, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого открытия. Опять же, кому оно понравилось, обязательно ставьте лайкосики. Я вот просто, вот серьезно, не хотел делать такую особую рекламу, но со 100 контейнеров, сука, падает такое говно. Поэтому я даже, ребят, сам уже вам советую. Ну, подпишитесь, пожалуйста, на Александра. Ему будет очень приятно и хотя бы не так обидно. Поэтому, ребята... заводите лайкосики, не забывайте подписываться и, конечно, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами был Вайдер Александр, всем пока-пока!